Здравствуйте, меня зовут Владимир Калабин. Сейчас я вам создам условия для передачи от меня к вам жизненной силы или энергии. На Востоке это называется шактипат. На данном этапе своего развития как преподавателя, как учителя, я способен это сделать. Но я не собираюсь никого излечивать. И здесь от вас потребуется сотрудничество в том процессе, который будет происходить. После того, как мы сделаем определенные манипуляции с руками, с нашим сознанием, к вам пойдет жизненная сила. Она может восприниматься как легкий толчок в ладони, как изменение ощущений в руках, такие как мурашки, покалывание, легкая пульсация. Если ничего не произошло, то вам нужно будет остановить запись и еще раз посмотреть ее сначала. Это очень важно. Первый шактипат, который мы с вами произведем, заключается в том, что в вашем будущем вы уже стали Буддой или просветленным. Это уже случилось. Потому что в мире тонких энергий нет времени. Просветленный обладает качествами всезнания и способности к исцелению всего и вся. От физических недостатков до различного рода сложностей в событиях вашей жизни. Это может быть случиться в вашем ближайшем будущем, может в следующем воплощении, но когда это случается, из момента просветления во все прошлые события вашей жизни, во все прошлые воплощения идет мощный поток света и энергии. Мы настроимся на этот поток. Ощущение будет такое, как если бы вы сидели и вас высветил мощный свет прожектора или мощный свет маяка. Ощущение пойдет спереди и слегка будет заваливать назад. Но сначала мы с вами сонастроимся для получения жизненной силы к вам. После того, как я по-особому подготовлю свои руки, и вы это тоже сделаете со мной, я закачу глаза вверх. Называется жест энергии или Шамхави Мудра, энергетизирующий всю вот эту вот область. В йоге на санскрите называется Сахасрара Падма или коронный тысячелепестковый лотос. Ладошки приготовили, начинаем их растирать вместе со мной. Вдох, ощущение сильного жара. Вдох, вперед, выдох к себе. Правая рука давит, левая рука сопротивляется. И еще сильнее. Теперь стесывание от правой руки по левой кончикам пальцев. И по другой руке. Быстрая вибрация. Остановили и почувствовали пространство вокруг. Оно слегка загустевает. Теперь три раза громко хлопаем. И чувствуем между ладошками шар. Словно упругий воздушный шарик. Теперь мизинцы соединяем, большие пальцы соединяем, остальные пальцы растопыриваем. Называется мудра лотоса. Мудра для восприятия духовной энергии. Я закатываю глаза, вам не нужно закатывать глаза. Вам нужно настроиться как от экрана. К вам идет жизненная сила. Если вы ничего не почувствуете, останавливайте запись и начинайте все сначала, пока не почувствуете, как поток энергии идет к вам. Одна рука на грудь, другая сверху. Состояние из будущего в настоящее. Мощный поток света, мощный поток энергии, слегка заваливающий вас назад. Мягко приоткрыли глаза. А теперь выполняем телесный жест, закрепляющий это состояние.
просветливание из будущего в настоящее, которое уже случилось. Перекат в левую сторону выдох, вдох, возвращаемся. Перекат в правую сторону выдох, вдох, возвращаемся. Перемещаем ладошки на коленки. Сесть на выдохе, лечь на вдохе. Все делаем за счет натянутых рук. Фиксируем ноги вверху, беремся под коленки. Сесть, посмотреть на ступни. Лечь, посмотреть на живот. Не забрасываем таз. Сесть, посмотреть. И аккуратно лечь. Садимся на выдохе, смотрим на ступни. Ложимся на вдохе, смотрим на живот. Остаемся сидеть, внимательно смотрим на ступни. Закрываем глаза. Вспоминаем, как выглядят ступни. Ощущаем, где они находятся в пространстве. Чувствуем своим телом свои ступни. Открываем глаза, смотрим на ступни, ноги кладем, а руки на колени. Смотрим перед собой. Вы получили шактипад на восприятие состояния Будды из вашего будущего. Сейчас ваша задача поощущать произошедшие изменения в вашем теле и в вашем сознании. Для этого глаза полуприкрыты, ладошки лежат на коленях, на лице мягкая улыбка, и вы около минуты находитесь в этом состоянии, воспринимая тонкие ощущения в теле, воспринимая свой мысленный фон и воспринимая свое настроение. Посидите, понаблюдайте за собой. То, что мы с вами сделаем, позволяет настроиться в жизни на любую важную для вас информацию, получая ее нестандартным для обычного человека путем. И еще это изменяет ваше здоровье в лучшую сторону, помогая вам справляться с любыми ситуациями в жизни, находя успешное для себя решение.